приду через 2 месяца, буду вас убирать. Места есть вот там и вот там будут. И будете вы переезжать у меня. У железнодорожной станции «Жаворонки» владельцы прилавков, арендаторы и кадастровые инженеры. Здесь демонтируют незаконную постройку. Владельцы прилавков рассказывают, что исправно платили налоги, а землю арендовали у местного торгового центра. Позже выяснилось, что территорию им сдавали незаконно. Все считают, что это какая-то ошибка. Говорят, что они давно уже здесь стоят. Это самый главный аргумент. Так всегда было. Мы здесь стоим уже 10-15 лет и так далее. Почему мы пришли только сейчас? Все равно, как бы, да, мы показываем с публичной кадастровой карты или заключение кадастрового инженера, то, что это полоса отвода, и здесь вот так вот просто находиться нельзя. В итоге владельцам павильонов пришлось принять факт закрытия. А претензии к арендодателю, который незаконно сдавал им землю, собственники нестационарных торговых объектов предъявят уже в суде. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».